Всем доброго вечера или доброго дня. Вот хочу поделиться с вами, что происходит на рынке дезинфекторов. С данной компанией или организацией, или даже не знаю, как их назвать, потому что они не представились. Вот их реквизиты, если кому интересно. Продают продукцию «Анолит», которые заявляют, что производят сами, хотя данный «Анолит» производит компания «Радомир». Вот то, что они выставляют. Но по запросу, есть у них сертификаты или что-то в этом духе, предоставить они отказались, ссылаясь на то, что мы не предоставляем данные документы. Но при этом клиентам уже рассылают наш сертификат. Вот наш сертификат, полученный в Роспотребнадзоре для компании «Радомир». Полученный совершенно недавно, в сентябре. Но они говорят, что это они производители, и всем говорят, что это их «Анолит». Но хочу сразу сказать, что с данной компанией мы не работаем и не сотрудничаем, и никогда не поставляли нашу продукцию, тем более туда, в эту организацию. Эта компания просто обманывает своих клиентов и больше ничего, предоставляя ложную информацию. Информация получена у меня от источника, который уже получил, ну, грубо говоря, счет, выставленный на данную продукцию. После чего он позвонил нам в организацию и спросил, работаем мы с ними или не работаем. На что был получен ответ, что данной организации не работаем. Но откуда у них взялся этот сертификат, непонятно. Но значит то, что они делают не то, что говорят, и обманывают людей. Так что опасайтесь эту организацию и обходите подальше. Или спрашивайте документы, где это произведено. Всем хорошего дня!